Как-то президент собрал тут недавно олигархов и сказал: дорогие друзья, я считаю, что он не прав. А вот если я сейчас вам скажу, дорогие друзья, я буду абсолютно прав. Вы самые верные и преданные мои друзья. И для меня самым главным является провести избирательную кампанию так, чтобы не подвести вас, не обмануть ваши ожидания. И сегодня утром мы с Геннадием Андреевичем, когда обсуждали вот этот вот грязь, Зоя Ивановна сказала про 7,5 миллиардов, я им сказал: слушайте, если бы у меня было 7,5 миллиардов, знаете, что бы я сделал? Я бы построил медицинский центр, в котором бы все бесплатно были лечить. Я думаю, что если мы с вами победим, а я уверен в том, что это возможно и что это будет, мы сделаем нашу страну великой. Мы сделаем так, чтобы принципы свободы, равенства, братства, справедливости восторжествовали. Огромное спасибо тем, кто выступал, за эти прекрасные слова, которые вы мне сегодня сказали. Отслужу. Спасибо вам.